Всем привет, ребята! Вы на канале ТНТ Фокс. Сегодня пришла очередная большая посылка с пиротехникой. Нас заказывал уже много петард, чтобы было крутых видео много. Так, ребята, посылка пришла с интернет-магазина Пиромаркет. Давайте немножко расскажу про сам магазин. Ребята, меня часто спрашивают, где я покупаю пиротехнику. Так вот, хотел бы вам порекомендовать классный магазин, называется Пиромаркет. Я сам часто здесь заказываю, поэтому буду рекомендовать его, поскольку здесь очень большой выбор различной пиротехники. Смотрите, начиная с петард. Вот, по-быстренькому вам покажу. Петарды, короче, на любой вкус. Заходите, смотрите, кому интересно. Также есть, короче, различные пиротехнические мелочи, римские свечи. Короче, все здесь есть. Минометы, салюты, различные вот такие спецэффекты, дымы, всякие фаера. Думаю, всем будет интересно, кто увлекается такой темой. Заходите в интернет-магазин Пиромаркет. Здесь также, ребята, есть акции. Не забывайте про акции, смотрите. Также, ребята, еще не забывайте вводить промокод TNTFOX, тогда получите 10% скидки на весь заказ. Договорился специально, чтобы был промокод от меня, чтобы кто покупал в этом магазине, получили скидочку чисто от меня. Что ж, ребятки, магазин классный, всем советую. Магазин уже давно на рынке находится, проверенный. Комментарии все пишут хорошие. Также я часто заказывал, поэтому рекомендую вам этот магазин. Ссылочки на магазин будут в описании. Так, ребята, про сам магазин рассказал. Давайте приступим к распаковочке посылки. Также, ребята, не забывайте смотреть предыдущие посылочки, которые я получал. Там были тоже интересные петарды. Думаю, всем понравится. Так, есть такое дело. Так, распечатал. Ставим в сторону. Сейчас будем смотреть, что я назаказывал. Ух. Пиротехники очень много. Первое, что здесь вижу, сразу бросается в глаза. Так, настрою камеру. Немножко пониже, чтобы было все видно. Так, вот такие К-44. Большие петарды мощные. Вот, К-44. В принципе, они дороговатые, но денег своих стоят. Взрывается очень классно. Так что советую, ребята, покупайте. Кто хочет мощных петард повзрывать. Думаю, будет интересно. Так, дальше вот такая упаковка. Давайте сразу вскроем. Это у нас шарк. Вот такой с эффектом свист. И вот такая вылетает кометка, что ли. Интересная петарда. 10 штук в упаковке. Или 12. 12. Вот так вот. Выглядит так. Есть. Давайте дальше. Так, следующая. Это у нас мышки GM1. Ну, мышки, думаю, все видели. Часто их тащу. Вот такие свистульки, называю их. Смотрите. Вот. Так, может быть, подсветочку включить. Вот так, думаю, будет виднее. Так, есть. Пачка мышек. Так, смотрите, дальше вот такие петарды. Это у нас от Максим. 3 взрыва. Так, обычные 3 взрывки. Не будем их скрывать, их уже все видели. Так, упаковочка вот таких бабочек. Взял, может быть, ночью когда-то поснимаю. Вот, давно их не запускал. Так, что у нас тут есть? Есть жуки, ребята, смотрите, вот такие жуки, также для ночи взял, ночные видео буду снимать, короче, вижу, вам понравились ночные ролики, буду почаще такие снимать, стараться хотя бы почаще выпускать такие видео. Так, жуки у нас с красными вспышками, так что интересная петарда. Так, так, вижу одну гранатку, где-то, по-моему, еще было, не знаю, сколько их заказал, короче. Вот такая гранатка интересная, взрывается хорошо. Решил взять. Так, есть. Давайте дальше смотреть. Также, ребята, взял мощных петард для вас. Все просят вот такие брать мега петарды Black Devil P23.
Вот. Поэтому взял их сегодня, целую упаковку заказал. Так, смотрим дальше, что тут в посылочке есть. Петарды вот такие, Viper. Давайте вскроем. Так, петарды тоже довольно-таки мощные. Блин, забыл, здесь просто походу вспышка. Смотрите. Вот так вот. Взрывается, короче, отлично. Так, здесь у нас в упаковке 20 штук. Петарда просто топчик, ребята. Так что, если еще есть в магазинах где-то петарды такие, покупайте обязательно. Так, следующий у нас Spur Blast. Так, Spur Blast — это Corsair 6. Здесь, по-моему, где-то даже написано. Ага, вот. К0206. Вот так вот. 6 штук в упаковке. Есть упаковочка. Так, следующие жуки. Вот такие двойной жук. Давайте скрывать. Вот так выглядят жучки со вспышками. Вот, 20 штук в упаковке. Так, так, так. Закрываем. Есть. Одна упаковочка. Так, вот такая упаковка красных К1000. Вот. К1000. Довольно-таки мощная петарда. 36 штук в упаковке. Взял одну пачку. Так. Также для ночных видео взял вот таких римских свеч от Joker Fireworks. Так, здесь 12 штук по 15 выстрелов. Так. Одни римские свечи и еще вот, смотрите, есть одни от фирмы Максим Т6237. Вот такие вот. Это с каким-то эффектом. Короче, вылетают такие... как вам сказать... Здесь просто вылетают цветные звездки, а здесь звездки еще и хлопают, как петарды. Так что это покруче намного. Но от Джокера, короче, они поярче будут. Ну, если буду снимать ночные взрывы, ночные видео, посмотрите, постараюсь взять вот таких две римские свечи и посмотрите, эти Joker Fireworks будут поярче. Там какая-то смесь другая. Так, взял упаковочку П2000. Так, 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 так. П2000, мегапиратка, Максим Fireworks. Вот. Есть упаковка. Так, упаковка от фирмы Генци Свято ПТ-7. П2000, банк. Ага, вот вторая гранатка завалялась. Гранатки я люблю. Классные петарды. Так. Вот так вот. Чтобы вам было видно. Так, взял две упаковки таких дымных мячиков. Мячики у нас... Вот, от Фиери. Так, тут каких-то Корсаров первых много. Смотрите. Так, это у нас Корсар первый от фирмы Максим. Так, это Корсар первый от Кометы. Это, по-моему, второй от Максима, да. Вот так вот выглядит. Есть три упаковки. Так, взял три анки-пулеметчицы вот этих больших, двухметровых. Метровых, конечно, нет, но хотя бы двухметровые есть. Двухметровые даже получше. В принципе, по цене как раз двухметровые лучше выходят. Так, есть три штуки. Так, следующие вот такие Little Pirate от фирмы Максим. Открываемся. Есть упаковка. Давайте посмотрим, как выглядит. О, вот такие
О, вообще класс, просто не вижу пороха, смотрите. Не просыпается, хорошо сделаны. Отлично. Буду еще такие заказывать. Так, упаковочку динамита взял. Динамит всегда выручает, поскольку ахтунги большие от золотого дракона не всегда взрываются. Вот динамит. Как раз то, что нужно и в воде, и на суше. Резет хорошо. Так, есть. В упаковке 3 штуки. Вот таких больших динамитов. Динамит бум. Есть. Так, и последнее, что здесь вижу. Вот такая упаковка Silver Cracker. Так, специально взял их, поскольку у меня уже заканчиваются вот такие маленькие петарды наподобие К-1000. Не с чем сравнивать. Там еще были, по-моему, от фирмы Агенция Свято, но что-то их завтыкал взять. Короче, взял вот такие Silver Cracker P100. У меня есть еще P200 и P150, тоже классные. Будем взрывать их. Короче, вот так выглядит. 36 штук в упаковочке. Вот такая пачка. Что ж, ребята, посылочка закончилась. Давайте вам покажу, как все выглядит. Смотрите. Заказал очень много различной пиротехники. Вот. Даже не вмещается в экран. Вот так вот. Короче, пирки очень много, так что советую заходить по ссылочкам в описании в интернет-магазин Пиромаркет. Не задавайте вопросов, где я покупал. Практически в каждом видео с распаковками я говорю про магазины, где беру. Так что не задавайте вопросов. Переходите лучше по ссылкам в описании, заходите в магазин, смотрите цены. Если устраивает, покупайте. Ребята, не забывайте про промокод TNTFOX, тогда получите 10% скидки на весь заказ. Также, друзья, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, подписывайтесь на второй канал, ссылка будет здесь, а также внизу в описании. Заходите обязательно на второй канал, ребята, поставьте лайк свой, подпишитесь, тогда мне будет очень приятно. Специально снимаю каждый день видосики для вас, чтобы вам было интересно, чтобы вы смотрели такие классные видео с пиротехникой, поскольку пиротехника дорогая, ребята, стараюсь как-то экономить, вот, снимать видосики, зарабатываю. Трачу на пиротехнику для вас, чтобы вы смотрели классные видео, развивали свои каналы, так что обязательно, ребятки, поддерживайте. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Вот, смотрите, здесь 4 ролика, они тоже очень клевые, я их здесь выставляю всегда по 4 штуки, чтобы, может быть, кто пропустил, обязательно нажали и открылся видосик и заценили пропущенное видео. Что ж, надеюсь, всем понравился ролик. С вами был TNT Fox. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. До новых встреч. А также предлагайте, что заказывать в следующий раз в следующих посылках. Пока-пока.